И в продолжение этой темы Сирия обвиняет Турцию в регулярных нарушениях сирийских границ. Дамаск даже пожаловался в ООН на Анкару и попросил Совет Безопасности положить конец этим нападениям. Турецкие военные открыли огонь в сторону Сирии, но это в Анкаре считают ответной мерой. Дело в том, что боевики ИГИЛ утром обстреляли сразу 4 турецкие школы в приграничном городе Килис. Мины разорвались, когда на улице шел урок физкультуры. Преподавательница погибла, ранена одна семиклассница. Учащихся и учителей из всех городских школ эвакуировали. Впрочем, оппозиция Турции считает, этот обстрел мог оказаться провокацией, которую организовал турецкий президент. Ведь Эрдогану сейчас очень нужен повод для ввода войск в Сирию.